Движение транспорта сегодня ограничили сразу в нескольких районах города. Изменения коснулись улицы Менделеева на участке от Чёрса до Академика Павлова. Это связано с проведением праздника «Яблочный спас». Проезд откроют только завтра в 8 часов вечера. Кроме этого, в 19:00 сегодня начался ремонт теплотрассы на участке дороги от Карла Маркса 93 до улицы Урицкого. Работы будут идти все выходные дни, в том числе и на следующей неделе. До 16 сентября ремонт запланирован и на МРЧК возле дома номер 2.